Добрый день, уважаемые коллеги. Это обзор рынка от компании Tikmill. И с вами я, Артур Изятуллин. Пара доллар-юань сегодня возобновила рост, несмотря на заявление представителей китайских властей, что они не собираются использовать слабый юань как средство для поддержания экспортеров, для защиты их прибыли в национальном выражении. Вербальная интервенция не помогла остановить падение юаня. Шанхайский композитный индекс укрепился на 1% в понедельник. Это, в частности, происходит из-за ослабления юаня, так как слабая валюта она поддерживает экспортный сектор Китая. И несмотря на угрозы корпоративных дефолтов и действия тарифов, слабая валюта она смягчает удар по экспортному сектору Китая. То есть юань сейчас, его движение обеспечивает рост индексов на фондовом рынке Китая. А представитель китайского правительства заявил, что курс юаня формируется исключительно под воздействием спроса и предложения, и валютные манипуляции не входят в число методов противодействия тарифам. А в пятницу Стивен Мнучин заявил, что в октябрьском отчете, о котором я уже говорил в предыдущих обзорах, что будет обсуждаться торговая политика партнеров США, и в частности особое внимание будет уделено китайскому юаню, его ослаблению в недавнее время, что может быть рассмотрено как валютные манипуляции с китайской стороны. Это позволит США расширить арсенал борьбы с Китаем. В 2017 году США импортировали товаров из Китая на 505 миллиардов долларов, и торговый дефицит составил 376 миллиардов долларов. А это самый большой дефицит из всех торговых партнеров США. Согласно правительственным данным, эта цифра она постепенно сокращается. Вот по этим данным совокупный платежный товарный дефицит США у нас начал сокращаться. Как видите, он резко перешел в снижение, начиная с марта. Это как раз-таки тогда Трамп объявил о возможных введениях тарифов на сталь. И с марта этот показатель у нас продолжил снижаться и достиг 43 миллиарда долларов в мае против 55,5 миллиарда долларов в марте. Вот, вероятно, действия Трампа, они именно и повлияли на импорт США из других стран, то есть сократив это значение. В пятницу Трамп продолжил критику ФРС с точки зрения влияния на внешнюю политику, на внешнюю торговлю, однако, похоже, забывая, что регулятор заботит только макроэкономическая стабилизация, то есть достижение оптимального компромисса между инфляцией и безработицей. Они у нас являются внутренними показателями. Тем не менее, попытка давления на доллар сработала в пятницу, что закончилось массовой распродажей доллара против других валют. Индекс доллара потерял в пятницу 0,77%, что стало максимальным падением за 3 недели. Сегодня у нас находится в умеренном минусе, торгуюсь около открытия сессии. Борьба о девальвации набирает обороты, и Трамп не упускает шансов занять в этой борьбе первенство. Ставки и макроэкономическая ситуация обеспечивают сейчас перевес доллара, поэтому участники рынка должны быть в целом настроены на его покупки. Но непонятно пока, насколько Трамп развернется в своих комментариях против доллара, насколько он будет пытаться его принижать. Это сейчас остается основным фактором риска для доллара. Но как только сдерживающие комментарии Трампа утратят силу, доллар, вероятно, вновь сможет перейти в наступление, и это лишь дело времени. Но мы ожидаем укрепления доллара только в среднесрочной перспективе, пока что он будет оставаться под давлением. Что касается японской иены, по ней поступили новости от регулятора японского. Она сейчас переживает иена возрождение на фоне сигналов об изменении позиции японского регулятора, который сталкивается с истощением инструментов стимулирования, то есть скупки бондов, как и их неэффективностью.
Потребительская инфляция в Японии с января 2016 года она достигала нас отметки 1,5%, но затем резко перешла снижение, как раз-таки на фоне обострением ситуации международной торговли и снижение инфляции до 0,7% говорит о том, что Банку Японии нужно предпринимать какие-то другие действия, потому что его текущая работа, она остается неэффективной. Агрессивная позиция Банка Японии по таргетированию долгосрочной доходности облигаций на уровне 0%, как видите, не приносит результатов, желаемых в инфляции. И скупкой бондов регулятор создавал искусственное превышение спроса над реальным, что позволяло сдерживать доходность на низком уровне и должно было стимулировать банки кредитовать экономику, а не вкладываться в ликвидные облигации. Однако доходность на капитал никто не отменял, и несмотря на отрицательную доходность к погашению по этим облигациям, инвесторы получают доход за счет роста стоимости облигаций. Сигналы о возможном изменении монетарной политики Банка Японии спровоцировали рост иены, но пока это только слухи. Если регулятор не даст информации о конкретных шагах, укрепление иены также может стремительно смениться на медвежий откат. Поэтому о переходе иены к долгосрочному росту говорить не приходится. Следующее заседание Банка Японии, оно состоится 30 и 31 июля, и ожидание положительных изменений иене, вероятно, будет развивать бычий импульс, на что мы сейчас надеемся, поэтому мы открыли сделку на укрепление иены против доллара. Уровень 109.500 у нас остается уровнем take profit, а стоп-лосс мы зафиксируем на уровне 112. И как раз-таки перед этим заседанием, возможно, эти слухи, они будут, их амплитуда воздействия на иену будет увеличиваться, поэтому, возможно, на этом краткосрочном катализаторе получится сыграть, получится извлечь прибыль. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в среду.